после себя проверять надо. Стянул угол, ставишь правило, смотришь, ровно тебе или нет. Смотришь, неровно, да? Что-то кривовато, да? Провел. О, здесь надо счесать, да? Плохо, конечно, что вы без машины, так бы ты сейчас остался, мы с тобой прошли бы все. И ты бы это все бы сейчас сам сделал, бы все свои ошибки исправил. Надо счесывать, значит, раз неровно, да? Я же таким занимался, в той комнате все делал. Берем, счесываем. О, счесали. Так, ну почти ровно уже. Все, не прыгает. Этот угол смотрим. Ну там не докинуто немножко. Ну, сейчас чешем, выровняется. Углы надо счесывать все, пока не свежие. Углы важно, там обои будут клеиться. Углы и плоскость, все, вот я счесал здесь. Сейчас уже ровнее, уже не прыгает так. Поэтому вот это вот надо все делать. Как бы, вот она плоскость. Надо бы здесь немножко добавить. А так уже так и прыгает. Ну, в общем, будет следующий объект. Кстати, в Москве. Там подучишься, потому что штукатурка нужна везде. Сейчас все штукатурят стены. Сейчас мало кто гипсокартоном их делает.